И давай бам. Итого у вас там будет 5, 6, 9 ДД. Нормально. Справитесь. РЧ на готовность. Если все готовы, побежали дальше. Все готово, пуляй. Что-то у нас мало как-то людей, блядь. Ну да, мне тоже кажется, что у вас мало людей. У меня Кадыров, Лилхаммер, Сунамун, Пан и вся третья пати. Кадыров, а хули ты там? Я сказал, четвертая пати ко мне. Да. Ты ж по Я? никам назвал. Да, блядь. По никам я остальных миликов называл, блядь. Фух, ладно, попробуем. У тебя Ю есть еще войско там с командующим. Здесь, где звездочка, то когда много выйдет большого, не торопитесь. Пизда, блядь, 14 человек у вас там, я ебу, блядь. Ну будем стопать, хули. Да, дюрок съебани тотем этот пока. Хотя бы. Да, зло, не умирать будет быстро. Умирали бы быстро, если бы кто-то, блядь, не проебался. Ну я даже вставать не успею. Просто дело в том, если вы где звезда будете быстро сливать, то они там захлебнутся и подолгут. Может, Кадырова на Биг Мэка поменяй, он бы не слакал. Тут людям похуй, надо их в третью пати все к тебе было ставить. Не ебашат просто за здрасте. Куда Рамзана Ахматовича-то? Сева сказал, порвет рекаунт. Как у вас там, Влад? Да пока терпимо. Бля, мне показалось, или же только что, блядь, фьюд шлевнул из гильдии? Просто фишка в чем, что он у меня в друзьях есть, но у меня показывает, что он не в сети уже 4 часа. Да, я прокрутил, ливнул. Сейчас у нас это. Ну почему я его в друзьях не вижу? Может, он ренегат сделал, конечно. Но он и так давно ренегат. Тормозите или сейчас подохните все, стоп ДПС. Да у нас нормально. Так мы здесь дохнем. У меня не нормально. Дайте я подниму. Пока не надо. У нас там-то больше нет, ребята. Стопайте ДПС. Сейчас стопните. Сейчас они на той стороне справятся, скажем, 30 секунд фазы. Ну еще дальше это идея, чтобы не достал точно. Да, я его не убиваю. Я бегаю еще. Короче,
много, сейчас беру. И в поиске я даже вбиваю его ник, мне показывает, что его нет онлайн. Честь, я кинул, обидел ты его. Может, бан какой? Рефракцию смену. А, он никак. Присягнул, урезал. Не, если бы что-то такое было, он бы мне в любом случае сказал. Может, он на фанпей залил персон. Сейчас, короче, я пока не солов, но я ему наберу в ВК. Дискона давно не было. Надо после трех армагеддона. На кого лута не выпало? Стагариуса. Чужаки, откажитесь от этой безрассудной авантюры. Кто-то ролит, нет, ну давайте лов. Кому-то надо, может, маги, локи. Ну что ж, Зелик, не прогоняй их. Сперва мы с ними позабавимся. Хватит болтать! Готовьтесь к бою! Мы сотрем их в порошок! Надеюсь, у меня такое есть. Достаточно долго, если танкам не надо, не хаммер. Может быть, они облагоразумятся. И успеют скрыться. Хорош скулить! Заткнитесь! На эрдру шокит кто-то. Кто будет эрдру собирать. Не расточайте свой гнев попусту! Взращивайте ярость! Скоро вы сможете дать им выход! А ты вот не собираешь уже эрдру здесь? Я собираю. Так, это Кандлир. Тебе пока пойдет. Пока ты в хиле. А как у вас вообще Олимп и Шакит? Спек собран на сколько? Ну, у меня собран, у меня фул все в чарина, в камне все есть. Могу, в принципе, поезд взять. Вы не против? Потому что у меня пояс там сейчас линкану какой. Вот такой у меня пояс. А куда тут, направо или лево? Олимп, у тебя как спек эрдру, нормально? А у нас не получится в 25-ке, как в 10-ке, чтобы мы в 2 шамана стали по ту сторону и все.
посмотрим. У меня есть пек, просто хила и у трига есть. Мы бы стали по одному и все, менялись бы друг другу. Поставьте шкаф, засунуть у меня. И балладу желательно побыстрее. Прячься где-то. Есть у кого джипс? Ну что, Лилхаммера тестим? Ну, давай потестим его. А чё надо? Спекайся. А, основного держать просто? Нет. На ту сторону со мной пойдёшь. А там надо как? Там, смотри, сбиваешь первый каст. Следующий каст ловишь в лицо. Третий каст. Отражение заклинаний. Четвёртый ловишь в лицо. Пятый сбиваешь. Шестой ловишь. Ну и так далее. Нет, ты ничего не сбиваешь, резон. Со мной отправь это, да, я не знаю. Давай триг хила. И туда с нами турбоёж. Триг хилишь меня, турбоёж хилишь и бегаешь, соответственно, с Лилхаммером. Здесь три хила спокойно справятся. На трусах, господа, на трусах, когда будем дамажить, обязательно все держите рейндж. Еще раз скажи, какие касты сбивать, какие? Первый каст ты сбиваешь, второй ловишь, третий каст отражение заклинаний, четвертый ловишь. Потом опять пятый, сбиваешь, шестой ловишь, через один, короче. Главное через один, иначе тебя не прохилят. Стой тогда ты в трусах, а я пойду туда. А, турбоёж, иди к трусам. Три к ромбику. Турбоёж шаришь, да? Как хилить, выжить там? Что перебегать надо? 50 метров аура у каждого из боссов. Все знают? Все, чекай, да, поехали, собственно, пусть выпадет еще грудак. А, я слева стою, да, возле звездочки? Да, ты стоишь слева возле звездочки. Окей. Баллада. Баллада, ты можешь с печенькой стать. А, ну или бондер, без разницы. Фазочки обновлять. Еще раз сорчи на готовность, если все подтверждают, то поехали. Турбо. Все готовы. Все, пуляем. Без отчета? Без. Крик, ты передвинься. Так, чтобы вот где я сейчас стою, если на меня, вот как я на босса смотрю, чуть правее от босса. Понял? Геру. А, там 40 секунд еще. В луже не стоит, Рик? Такая ваша я. Ну, по всей видимости, Гоша, который. Лил, готовься. Сейчас будем бежать меняться. Сбей сейчас каст. Следующий. Сбивай каст. Побежали меняться. Так,
Гарриса подхилить. Забираем. Сколько там стаков можно? Два? Три. Сейчас третий будет через секунду, видите, скинь. Поменялись, Лил. Сбил каст, поменялись. Ты не тонкил, что домикает? Двадцать секунд, тогда раз четыре на мне. Бля, сейчас Гондера потеряем, нахуй. Поменялись. Чего там долго еще? Посмотри, говорит, там что-нибудь. Ну, типа, щитки, может, на танк. Натру, сах, рейндж. Рейндж, ребят, не забываем, рейндж. Тагариус, замени меня на трусах пока. А я пойду поменяю Лила. Я ушел на ромб. Инера не надо никому. Все, уходи, Лил. Рейндж там держите, алё, блять. Это милик, как всегда. Принадлежит мне. Миликам вообще лучше в пустоте постоять и на ромбик побегать, чем цепуха просто, видишь. Ризван, слишком близко подходишь. Нет, ты можешь вот с этот, вот как Килнес стоит, вот там же стоит. Просто когда прям вплотную подходишь, Тагариус, меняй, прям в меня встань только. Все. Все, Лил поменял, уходи. Ну хочешь забери, Тагариус, если скучно. Только вплотную подходи всегда. Он в рейндж, ну, в агро берет того, кто самый близкий, близкая цель. Все, Лил, уходи. Ну, выпал там Навара токен. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Армагеддон. Сука. Крудак, Рок, ДК, Макдруид. Да я в рот ебал, блин. Армагеддон падал уже. На, один раз. Ресните Юи, ресните Обама. Mm.
За 25 гп будешь Линхаммер забирать? Меч хуйня, он другие совершенно бонусы дает. Так а это за что за меч? 213? Да, 213. Так, выхожу вроде 213 гп раз. Ну, типа, если хочешь, можешь за 25 забрать. Допустим, на Ксуна одевает. Я предложил просто. Спасибо. Пацану, что же, блядь, одеваться надо? А чё, я слетаю за чарю его быстренько? Не, я думал, да, давай, слетай. Ага, хорошо. Вот если бы топор... Сейчас дойдём до того топора. Что там, Юя первый по приору? Юя БЦ. Грудак в задании продается. 200 только. Сейчас вот этот трэш добьем, вон шкаф, надо будет пойти с маной. По черепочку играйте, пан готовься, если что. А, ты феряешь, все, молодец. Или ты, или турбоешь, кто-то феряет. Или только Гариус. Красава, ты говоришь. Пизда одного. Да, Трик, ты Велема пока. Тыкните. Да, вон, тыкните на сум. Все побежали дальше, да. И еще одну сейчас. А там сон, он еще есть. Да, я тыкнул уже. Что ей? Сон нужен тебе? Смотри, там посередине гарга летит. Назад, назад все. Все молчат здесь? Да. Да. Хорошо. Пришел сталкер как-то на прием к доктору. Ну, доктор его смотрит и приговаривает. Хорошо, хорошо. А сталкер не выдержал и спрашивает. Доктор, ну что, хорошо-то? Хорошо, что не у меня. Сразу видно, сталкера никто не играл. Ха-ха-ха.
или темный, или цепи. Ризун, а у тебя статик есть? Десятки. Пускай, ищи замену. Ищи замену. Нет, не решал. Фьюдж, походу, все, наигрался. Подержу босса. А, Решава никуда не пропадал, он это, у него там дома запара, он где-то до конца недельки, собственно, до воскресенья не будет. Ясно, с таким подходом тогда ладно. Ну забей. Другой вариант найду. Все готовы. Рыбы не будет? Да уже поздно, поехали. Лупин пост. Не подиспелю. Вот. Резван, я тебе объясню. Мне нужен чек постоянный, которому я говорю, что РТ завтра 9 вечера. И этот чек берет и приходит. Ну, начнем с того, что ты не разговариваешь, а пишешь, а глаза — это больная тема, старость, все дела, там, знаешь. Вот, это раз. Во-вторых, как бы я не должен кого-то там просить, блядь, звать и так далее. В твоих же интересах должно быть со мной ходить. Ну, не конкретно я к тебе обращаюсь, я имею в виду вообще, как бы. Интерес человека должен в первую очередь быть прийти в десятку с конкретным релом. А не чтобы я ему писал, типа, ой, блин, ты пойдешь сегодня. У меня никогда не было с этим
блядь, проблем. Всегда были постоянные люди. Black Dark и Бельт, прожмите распол. Короче, после рейда пообщаемся еще, в принципе, время есть, скажем так. Либо после рейда, либо завтра поговорим. Две штуки. Вов там спек. Параша с критом. С двумя дырками просто. Влад, может попробуем настоять все на платформе? Ну, хуй знает. Можно? И ГП тому, кто предложил, да? Под? Ну, да нет, почему? Предложение неплохое, как бы. Вариант можно так сделать. А что там надо? Попробуем. Мы ляжем по-любому. Я не думаю, что мы с первого пола убьем его. Что по-любому сдохнем кто-нибудь. Смотри, Олимп, если этично, если у Баллады похожие наручи, можешь ей накинуть. Хил по приоритетнее будет. Ретрики. И теперь поставь рыбку, пожалуйста, Саша. Зай, подкинь жидкость. Все жидкое залило, то парить нехер уже. Расставь пока метки вот. Или ты не помнишь, нет? Ну, хотя, в принципе, решили еще попробовать не бегать. Ну, бегать все равно придется на переходке. Ну, на первой фазе, да.
Нет, я имею в виду, вот, с пула сразу постановимся по углам. Углам. А потом, как он возвращается на платформу, просто мы опять бегаем. Что ты мне хотел отдать уже? Да нет, давайте попробуем все-таки побегать. Сам. Давайте попробуем, да, лучше побегать, посмотрим. Пусть ребята учатся, хули, чем упрощать жизнь-то. Только можно, вот, я не знаю, ну, может, вам это и не надо, вам наставление. Да. Но просто я понимаю, да, если вы думаете, что вам из метки в метку бежать надо, то вы глубоко ошибаетесь. Вот радиус, по которому радиус бежать поближе к платформе, он будет короче. Короче. То есть вы перебежите и не сдохнете. А если вы будете из звезды, например, в кружок бежать, то сдохнете. Метки просто ориентир, что 4 зоны здесь. Не пробуем с платформой. Не, нет, просто нет, по нет, обычной нет. тактике. Влад, скажи, СС, кому давать? СС, давай рыбоцыпа на меня. Black Dark на Бондера. И Бельт давай на турбоежа. Еще раз торчи на готовность. Ну, Настя, поясни еще раз. Вот смотри, взрыв произошел, когда босс на подборке стоит. Ты побежала сразу туда, где был взрыв. В этой зоне не будет взрыва. Потом происходит взрыв в трех зонах опять. Взрыв произошел, ты уже бежишь. Взрыв произошел, бежишь. Все, все готовы. Играем в мелики постоянно с ним за спиной у босса. Давай, Геру. Ебать, Войт, ты метки поставил, я хуею, блядь. Топчик, нахуй. Да ничего, ты мне вон сколько дамагеров уронил, блядь. Твой ромбик, блядь. Просто, нахуй, божественный ромбик, блядь. Я еще к нему подхожу, думаю, ебаный урод, что-то не то, по-моему. Близко. А чё с прохилом, господа, блядь, хилы? Я сейчас умер, блядь, от ближнего боя, нахуй. Свиста. Все в звёздочку встали. Приготовились бежать. Побежали. Батька топчики, конечно. Короче, сейчас я ровно. Я сам оставлю нитки. Сдохните в огне, стойте на месте. Ребят, не тяните время, встаньте, блядь, вот под морду, сейчас все к нему прям умрите.
Не знаю. Саш, ты рвогаешь, что ли? Ну, я да, я что, я рвогаюсь. Ты кто лежит, встаем, встаем, бежим. Урез, урез. Ну, если бой будет, скажите. Ладно, то и надо починиться. О. Что, есть у кого-то джиз? Переставь мне, скажите, ближе чуть-чуть поставь. Я сейчас переставлю, меня потом засмоете, сейчас я починюсь. Минуту, да. Блять, какая же долгая прогрузка, Да-да-да, сейчас. Ждал, пока прогрузится моб, чтобы починиться. Все, принял. И грузится. Так, ты метки поубирал, да? Я переставил. Посмотрим. Так, кружок близко. Туда же поставил такой. Сейчас смотри, на 2 миллиметра сдвинем.
что это он про изображение души дракона? Почему ЗГП? Ну типа ЗГП она играет. Я что-то не помню, чтобы кто-то с ней хилил. Я жду. А при чем тут хилить? Она и для ДД, как бы. Так она только 200 СПД получается дает. На говно. Да, самое. Да, по сути, она говно. На ЗГП. Поэтому порол. Но лучше, чем у меня. Так она бис или говно? Но она неплохая, типа, стаки постоянно держатся. Считай, 200 СПД на тебе постоянно есть. Такая, как у меня, юзать раз в 2 минуты. Саш, поставь рыбу, пожалуйста. Да, конечно, можно, только ее выбить надо, во-первых. Похавайте все те, кто без рыбы сейчас, без баф. Инту на рейд обновить. Кулаков не вижу на друлях, на АДК, на паладинах, на рогах, на варах. Турбоёж рвок? Ой, куда я жадил? Что? Не знаю. Уж писал что-то в чате. Ну, он давно уже не писал. Ладно, давайте этого без него убьем. Втроем, я думаю, должны справиться. В принципе, только танка бьет. Варлайк, меня активнее прохиливаешь. РЧ на готовность, поехали. Так, все, все готовы. Даю таймер, поехали. А чё, подождать, пока там спулят, блядь, не? Блядь, ну пан, ну перевожу же, ну. Дайте таунг тут. Фу, блядь, ебаный нахуй. Бам, сдашь, потом БР по пану. Кадыров преступник. Сальву ему можете отдать. Блять, ну как вы падаете нахуй? Какого хуя вы левее, блять, от босса стоите? Правее, блять, от босса стоите? Объясните мне. Все, все побежали в звездочку. Все в звездочку. Все в звездочку. Приготовились бежать. Побежали.
Пробуем так. У него персы входить нету. Шакита, дай БР по Гондеру, Гондер дашь БР по Варлайт. Баллада не выкинула, все, ложитесь там. А, хотя пожди, Тагариус. Тагариус есть. Вся Мелизона просто сдохшая. А, уже не живой, все, ложитесь. Блять, ребят, ну в чем ваша проблема? Ёб вашу мать, вам сейчас метки стоят. Я, блядь, останавливаюсь даже на этих метках. Постоянно. Вы, блядь, пробежать не можете, нахуй. Алло, блядь. Ребят, ну в чем ваша проблема? Да какой метки, нахуй, ты умер? Вон ты, блядь, левее метки, нахуй, на, грубо говоря, 2 метра. Посмотри, где метка, и посмотри, где твой труп. Ребят, я сказал, что я сейчас подниму. Ну, ты вообще между двух этих умер. Пошли, пошли, бежим, пошли. Не лежите. Покинули тело, побежали. Тело, побежали. То, что вы лежите, у нас инс не пройдется за 2 минуты из-за этого. Ну, хила не хватило после того, как у нас все хилы сдохли. Гондер, Варлайк, все там полегли, блядь, кроме Баллады. Баллада единственный хил, которая выжила. Что остальные хилы делали, я не знаю. Ребят, учитесь бегать. Ну, здесь ничего сложного нету, блядь. Просто в том, чтобы пробежать, нахуй. И следить глазками своими, блядь. Смотреть, когда вы бежите. Следить. Следить, где, блядь, ебанет лужа следующая. То есть вы смотрите, где лужа ебанула между вами, допустим. Вы видите, что она от вас там, грубо говоря, блядь, в 5 метрах. Вам достаточно просто добежать эти 5 метров, блядь. В чем ваша проблема, ребят? Там ничего абсолютно нет сложного. А вы просто теряетесь, блядь, и не понимаете, что делать, нахуй. Проблема в том, что они за РЛом бегут, а рассинхронизация с сервером идет, и они на один шаг отстают от него. Так не надо за мной бегать. Каждый человек, пока вы не научитесь бегать соло, вы никогда этого босса не пройдете. Могу в хила прыгнуть или трик, просто он ДД, а я там третий лишний. Надо или в трик пускай бегут? Ну на этом боссе они втроем-то справятся, ну успехнись, пусть помоги им. Да, сейчас я кину шамана по мелизонам. Дайте столик маги. Саш, поставь руку.
всю рыбу стейховать. Должны были уже. Крест под рулям нужен. Тагариус, вместо прота накинь на них крест. Забей на прота сейчас, разбафай кресты. Таблица есть, можно. На мага, на паладина в крест, на престол в крест, на шамана в крест, на лока в крест. СС Black Dark на Войда, Бельт Гондиру и рыбоцепа на меня. Бельт Войд. Ну ты что, один на один набросил теперь? Ну ты видел там СС был? Молодец. Повторяю, вместо прота, блядь, по шаманам, пожалуйста, крест еще. И по магам крест. Заебись. Арчи, на готовность, поехали. Не спульте, пожалуйста, раньше. Таймер. Увижу, кто это сделал. Въебу ГП. Молча. Сейчас перебегаем в кружочек и Геру. Геру дали. Верды, на вас дебаф не достает? Нет. Отлично. Все побежали в звездочку, абсолютно все в звездочку. Готовились. Побежали. Или Гондер кто-то встает, не? Нет, Гондер потратил. Бам, на платформу убегай, поднимай меня, я подниму Гондера. Потом один бам. Поднимай Гондера, Гондера Лимпа, Лимп Шакита. Шакит как откадешится, БР сдашь на Юю. Варлайк, бам, сдай, Инер.
Шакит кого поднимает? Шакит поднимает Юю. На этой перебежке хоть, блядь, не ебанитесь вы так, а? Вставалка есть? Дюймалка есть? Нет, он просрал ее после прошлого пула. Все, все побежали в звездочку. Все уже, блядь, в звезде, нахуй, не получайте урон, блядь. Пернатые, блядь. И готовились. Побежали. Смотрим внимательно, блядь, как лужи идут, нахуй. Не обязательно прям далеко за метки забегать. Можно же вот быстро просто перемещаться. К звезде так далеко не добегайте, вот. Вы не забирали... Нет, не заебались умирать, ребят? На перебежках, блядь. Вот, ну хиль, блядь, будем пробовать, нахуй. Да на какой, блядь, метки, нахуй? Я по меткам, блядь, бегаю. Я бегаю боком, блядь, даже. На вас смотрю, нахуй. И вы, блядь, дохнете. Я просто, блядь, боком вот так перемещаюсь между этими ебаными метками. Еще и останавливаюсь даже, блядь. Бейте, потому что бейте, слишком давайте, быстро, бейте, нахуй. Давайте, тихо, да хули там чекать? Вон, я вижу, что, блядь, слева, нахуй, от, блядь, кружочка куча трупов, нахуй. Потому что сильно вплотную подбегают, блядь, к луже. Не видят же, блядь, где она ебашит. Ребят, ну вы реально, вы, блядь, глаза долбитесь, походу. Не можете, блядь, сами посмотреть. В чем тут даже метка, блядь? Сами посмотрите, где ебашит лужа. А что там с Прохимом? Он выйдет один раз погулять, блядь? Побежали все звезды. Побежали. Вот, блядь, кто там писал по меткам, нахуй? Вот, посмотри, как я бегаю, блядь. Боком, нахуй. Еще я останавливаюсь каждый раз. Стою, жду, блядь, пока лужа пройдет, нахуй. Такариус, бабл, Такариус, бабл. Пробуйте там 800 тысяч. Шакит, похиль там. Похиль, похиль. 400. Блять, умираете, я не понимаю нас. Да потому что течение криво стоит, оно стоит прямо на. Да какая похуй разница? Вы, блять, в глаза ебетесь, еще раз спрашиваю. Можно же увидеть, где эта лужа ебашит. Можно же посмотреть. Я на метки вообще не смотрю, когда бегаю, блять. Я смотрю только как. Я смотрю только как ебашут лужи вокруг меня. Я не смотрю на эти метки. Я бегаю боком и каждый раз, блядь, останавливаюсь. На каждой луже, между каждым, блядь, промежутком, нахуй. Я останавливаюсь. Жду, пока пройдут лужи, блядь. Вы бегаете без остановки, и вы дохнете, блядь. Я хуй его знает, блядь, как вы так умудряетесь, честно говоря.